28 глава, 18-20 стих. Смотрите. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот на что сказали бы, обратить нужно особое внимание. Приблизившись, Иисус сказал, ну приблизился не, он все равно всегда к нам близко. Думаю, это не главное. Что ему дана всякая власть на земле и на небе, но если Бог, и так понятно. Сатана говорит, дана мне власть. Да, он лжет, как всегда. Я нахожу главные слова, которые должны нас коснуться, на которые я могу конкретно ответить, принять участие в исполнении этих слов. Следующее. Приблизившись Иисус, ну как я могу? От меня не зависит ничего. Приблизиться он. А вот идите и научите все народы и так. То есть то, что я сказал, вы знаете, все принадлежит мне. И вы идете не на чужую каноническую территорию, а на Господню. И те, которые говорят о канонической территории, они лгут на эти слова. Христу принадлежит ни попам, ни епархиям. Мы ведь невнимательны. А если были бы внимательны, то самое маленькое, незначительное, что делает с нами Господь, могло бы послужить для большого дела. Сказал, а почему так сказал? А это может быть знамение, может Господь меня предупреждает. Не надо ждать, чтобы персты Христовы появились, и неизвестно чьи, и написали «Мене, мене, текалу парсин». А представьте, что эти персты появились бы здесь на алтаре. Мы-то думаем, мы православные, у нас все как надо. А вот я говорю об этом, что может случиться воровство. Двери даже на оружие у прихожей вот здесь вот не закрывается, а тут крючок из гвоздика. 70-ки. Один. Потому что смешно даже, ребенок оторвет. Но случилось это воровство. Узнали, утром пришли, да обнаружите, да через неделю, потому что никто сюда не заходит. Самый близкий староста живет через дорогу. Он целый день парится на поле, ему до этого тут охранять. И вот зашли, все разорено, ничего нету, ни рис, ни чаши, ни крестов, ни икон, ничего. А одни надписи. И Господь бы сказал, и ничего постороннего впредь не заносите сюда. Я знаю, как отнесутся к этому священники. Но мы можем это вообразить? Господь сказал бы, я вам не повелевал то, что у вас есть, а слово мое оставили. И большая Библия лежит там на алтаре. И священник стал бы опять старое все. И Господь бы предупреждил его, как Илью. Последний раз предупреждаю. Если еще будешь заносить то, о чем я не говорил, я убью тебя. Он заносил бы, священника убили. На его место другого. Другой бы побоялся. Семерых бы убил Господь, восьмой бы не пошел. И сказали, чтобы одна Библия лежала. И тогда бы до всех дошло. Это делает Бог. Но пока этого нет, мысленно хотя бы вообразите. Спросят, а как ты бы прореагировал на то, что вот у нас обокрали алтарь? Если бы выводы сделали правильно, я бы отреагировал так. Да будет. Чтобы никуда не отвлекали, чтобы все кадилы, угольки вылетели оттуда. Я православный, я все принимаю. Но ведь может быть по-другому. Бог терпит, терпит. Долго, говорит, да крепко бьет. Бог может явить свое знамение, именно с нас это начать, потому что мы молимся, чтобы не быть упорными. Вы же молитесь. И Бог услышал, и решил нас проверить, и решил нас от ненужного избавить, а ненужным нашел то, что отвлекает. Вы видите, как когда я говорю Слово Божие, мне священник выдавливает, уже крест подает, и в это время говорит. То есть места нету проповеди вообще. Это все не случайно. А если я не выйду, не говорит, никто не охнет и искать не будет. А чего? Служу, справлюсь, все как положено. Да ведь ты по Слову-то Божию посмотри, сходится все у нас или нет. Второзаконие. 24.8. Смотри, тщательно соблюдай, исполняй весь закон. А впереди считали. Вы сейчас соблюдаете все, что я повелел вам. Я на это давление делаю. Я повелел. Вот сейчас бы стал Господь и стал нас прямо оттуда подводить и сказать, я велел тебе и показывал на все. Но если я Библию знаю, я бы сказал, Господи, этого нет. Но это же не против. Так. А там написано, раз и проще, не велел делать. И по порядку прошел, по алтарю провел, тем более я чтец, могу заходить в алтарь. И вышел, теперь давай подведем итог. В любом храме так.
И вы делаете то, чего я не повелел вам. Сегодня в храмах делается торговля, любые безбожники. Все приходят, причащаются за деньги. Ни крещения, мощения, ни научные люди. Я повелел вам это делать, Господь? Да ведь сегодня фактически одна война против слов Христа идет. Против вот этого, что я прочитал здесь. Как этого не видеть? Если я глухой, полуслепой это вижу, как это можно было 2000 лет не видеть? Поехали праздновать 1020 лет. В конце бы сказали, противление 1020 лет. Противление Богу и Иегове. Даже имя его спрятали. Ведь нет этого. И опять встречают колокольный звон, опять с мощами они не носят, мертвецов режут. Даже Израиль этого не знал. Просто оставьте мертвецов, мертвецам хоронить мертвецов. И это уже не духовное дело. Духовное дело это подражение духовному. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То, что у нас есть у Павла, это ничего этого не было. Я говорил вчера проповедь о благовестии. Все послания, все переполнено словом благовестия. Слово благовестия, священник 50 лет прослужил, я говорит, ни разу его не сказал. Он только считать не считал. Я задаю вопрос, скажите, вот 52 года ты священником, седой, хороший, отец Михаил, ну было ли так, что зайдя с улицы, человек сказал бы, истинно с вами Бог, ну как говорит апостол Павел, ну как это, ну как Павел говорит, и войдет незнающий, и всеми он обличается, всеми судится, и он пойдет ниц лицом на землю и скажет, истинно с вами Бог, вы все узнали. Я разговаривал с людьми, которые обратились, которые ко мне заезжали. Я говорю, как ты обратился? Он говорит, я комсомольский был, секретарь. И у нас на работе работала верующая. И мне сказали, ты проследи, куда она ходит. Я за ней увязался, и оказалось, что баптистка. Но я пришел, сел на заднюю скамейку. Вижу, все такие, как я, меня никто не знает. Но вот он вышел на трибуну, на кафедру, и стал говорить. Я гляжу, он про меня все рассказывает. Я потихоньку налево глаза спросил, направо, кто на меня смотрит-то. Как он меня узнал? Потом обернулся, все на него смотрят, на меня никто. Его Слово Божие показало, что он такой. Мне говорят, вот харистка сидит, это секретарь парторганизации. Она обратилась у баптистов. У нас это невозможно. Она обратилась от живого Слова, ей засвидетельствовали. Идите по всему миру и научите, идите. Это Слово каждому из нас. Я прошу вас, в воскресные дни ничего дома не делайте. То, что в обычные дни делаете. Ни на огород не заходите, если можете. Если можно. Уж не говорю там тяпка, дрова пилить, но сократите себя. Ни один адвентист во всем мире в субботу никогда не выйдет. Израиль свет не зажигает. Ни в одном самом элитном ресторане пищу не подогревает, плитку не включают. Нам непонятно? День Господень весь посвятите для Господа. Ничего не случится. Будет так, как Господь назначил. Ты можешь день и ночь трудиться, напрасно строить, если Господь не созиждет дома. Ты можешь все решетки здесь повесить, напрасно, если Господь не охраняет. Нас Господь охраняет. Чья-то молитва. Но этим не надо злоупотреблять. Бог дал определенное. Ты можешь молиться, но ехать на поле. Ты молись, но однако трактор заводи, ремонтируй. Ты молись, но кого все-таки подоить надо. В город молоко отвезти надо. Не надо, я верующий, мне Бог сам подаст. Богу угодно, чтобы вы потели. Бог потных людей любит. Слышали? В поте лица будешь есть. А если пота не было и ешь, ты дармоед. Самый настоящий паразит. И такое слово на страшном суде Бог покажет нам. 4 книга Старцев 17.3. Возвратитесь со злых путей ваших. И соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим. И которое я преподал вам через рабов моих, пророков. Заповеди Господни уже даны. А мы должны сказать, Господи, заповеди даны через рабов твоих. Сегодня через рабов церковных спрятаны. Через рабов епископа уничтожены. Через рабов патриарха недопущены. Через рабов монашеских скрыты. Мы должны расширить это сегодня. Наше положение много-много хуже израильского. Они имели и не исполняли, а мы не имели, нам его не дали это слово. Притча 13.19. Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет честен. У вас висит в школе это. Не считай посрамления, чтобы дети не отвергали учение.
Трудно ли, чтобы ребенок выучил один стих? Вы находите такое наказание, которое связано было бы с продвижением вверх. Вот пятница у нас был костер, мне говорят, когда поют, а другие разговаривали. То есть он сам не мог помочь петь. И в это время мешал другому. Я им дал сразу наказание выучить по одному стиху. Во-первых, прихожу, уже они по одному стиху все рассказали. Какое-то стихотворение, кто-то спотыкался, ну и дальше все. Очень просто даже. Плохо прочитал, заново заставил его, гляжу уже более внятно, четко, а потом ты ему разъясни. Так это не мои дети, я их отдам через 2 недели, у меня их никогда, может, и не будет. А это твои, с которыми ты явишься. Это твои кормильцы. Не считай посрамления, тебе старым будет, если ты в детей не вложил учение Христово. 1 Иоанна 3:22. И чего не попросим, получим от Него. Какое хорошее обещание от Бога. Но не забывайте, оно не безусловное. Если мы попросим и получим, то тут запятая стоит. Получим тогда и потому, что мы соблюдаем заповеди Его. И делаем благоугодное перед Ним. А грешников Бог не слушает. Если ты не слушаешь Господа, то Он тебя не слышит. У меня издают книги через одного человека. Типографии в разных городах, такая связь, посредник. Им нужно покинуть помещение. Я по деревне проехал, попросил всех помолиться. Мне сообщили из Барнаула, не могут найти помещение арендовать. И что? Прошло несколько дней, мне не терпится узнать, какой результат молитвы. Мы с детьми были на поле, встали на колени под березкой, молительница там есть такая, молительное место. И мне говорят, после обеда, все время искали, нигде ничего не было. После обеда только поехали, сразу нашли место. Это что, по вашим молитвам? Да. Уже получили. Получили место хорошее, недалеко прямо, где я живу. Ну, и аренда, вроде бы, не так недорогая. 46 тысяч в месяц платить будут. Дивный Господь, если мы будем соблюдать заповеди Его. Премудрость Соломона 6.4. Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона, не поступали по воле Божией. Это, конечно, к имеющим власть. Да и с детьми не будьте слишком суровы. Ребенку разъясни по Слову Божьему. Наиглавнейшее, в детях вселите страх. Страха в детях не будет, это дети чужие. То есть еще 1-2 преступника растет в мире. 1 Коринфянам 11.2. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. Что мое наставление, как соблюдать заповеди. 1 Иоанна 2.3. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Ты хочешь узнать? Вот написано. Если любишь меня, соблюдите мои заповеди. Проверить очень просто. А заповеди нужно знать. Ревизию надо проводить каждый день. Каждую неделю. Да и постоянно. 1 Тимофея 6:3-4. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд, ничего не знает. Но заражен страстью к состязаниям. Он все время будет спорить. Упорное сердце, оно всегда противится словам Господним. И Павел говорит, 2 Фессалоникийцам 3, 6-12. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брака, брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Кого принимаешь в дом? По заповеди ли он поступает? Кто бы к вам ни приехал, если человек невраждебный, приглашайте их на богослужение. Зовите. Им это никак не будет во вред. Мы где бываем в городе, мы посещаем и баптистов, и адвентистов, и даже к мусульманам ходили, к католикам. Я ни одного посещения не могу назвать для себя вредным. Я знаю истину, можем побеседовать с руководителем. Полезное взять у них. Мы обладатели всей полноты истины, хотя она нам дана. Деяния 20.20. Как помните, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Не упустил ничего. Сегодня эти слова, прощаясь, священник может сказать, и запомните, я ничему вас не учил ни в храме, ни ходил по домам. Мы все должны перевернуть сегодня. И он должен сказать, что кровь ваша на мне, на детях моих. А сегодня-то они не понимают даже эти слова. 20 глава. Деяния апостолов – это глава приговор сегодняшнего священства.
Деяния 27 стих, 20 глава. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Значит, ее можно упускать, а можно не упускать. А чтобы волю Божию возвещать, ты ее должен очень хорошо знать. И сравнивать с тем, где ее упускать. И скажи, результат такой здесь, а вот здесь такой. Как дети относятся к скотине, к птице, ко всему. Я о чем сказал тому, кто загоняет овец, расчет сделайте сегодня. Чтобы он понимал, это имелось и у него внутри юридическое обоснование его греха. Что он за это должен рассчитываться. Колоссянам 1.28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенный человек, преображенный в Духе Святом, он войдет в Царство Небесное. Я не упускал, Павел говорит, ничего. Если упускал и не проповедовал, не вразумлял человека и не научил всякой премудрости, то и не представил человека пред Господом. Результат один. Ты не знаешь заповеди, ты нарушаешь. Нарушаешь, погибаешь. Просите Бога, каждый, Господи, дай мне заповедь Твою, как основу дыхания моего. Не сяду за стол, пока не прочитаю хоть несколько стихов Священного Писания. Поставь себе. Просто один ты дома или где-то. Библия, чтобы лежала на столе. Так я не успел прочитать. Некогда считать, все, пошел без обеда. И ты увидишь, как положение сразу изменится. Начинайте работать. Я понимаю, спать охота, трудно бывает. Поставь задачу, днем не ложиться. Как бы трудно ни было. Я прошу, но пока упорствуйте. И здоровье ваше ни у кого не улучшится от этого. Бейтесь. Я опять обращаюсь к опыту. Я сижу в камере, а там день и ночь горит лампочка, крутятся все. Я ни разу в течение года не лег днем. А вставал на 2 часа раньше, в 4 часа. Ни разу. Падаю. И сам себе говорю, негодник, какое ты имеешь право ложиться? Поезда бегут, охранники охраняют, солнце восходит. Ты пришел исправиться. Ты преступник, тебя держат здесь. Ты должен выйти другим. Ты себя накачивай маленько, как говорят, нашинковый страхом Божьим. Ни на кого не ссылайся, а скажи, я должен. Я люблю Господа. Я буду стоять ради Господа. Никогда в храме зря не сяду. Но есть больной, тому и положено сидеть. Откровение 22.14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни. А если не соблюдает, древо жизни нет. Древо жизни к нему не имеет отношения, а без древа жизни нет жизни. И Титу 2.1. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Здравым учением называется Евангелие. Самые противные слова в православии сегодня, это слова, сказанные апостолом Павлом, Филиппийцам, подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. А вера евангельская только в Евангелии. Вы старайтесь, с кем дружите, близки бываете, попросите его помочь вам. И скажи, ты вот рядом живешь, видишь, что у меня не по Евангелию. В воспитании детей, в отношении к скотине, к ближнему, в работе, по отношению к мужу, к жене. Что не по Евангелию? Подвязайтесь. То есть старайтесь. Как будто подвяжите себя к этому. Приложите все силы, чтобы в конце мы могли сказать, Господи, я сделал все, что мог. Вот дети, которых Ты дал мне, я их привел. Вот слово, которое животворило меня. И я говорю это во имя Твое. Соделай нас Твоими благовестниками и доведи до Царствия Твоего. Аминь.